Бляха, муха. Ё-моё, блин. Всем приветик. Сегодня выехали на озеро. Погодка замечательная. Солнышка нету. Не жарко. Правда, ветерок такой. Немного бывает порывистый, но это не страшно. Сегодня я решил порыбачить, открыть сезон, так сказать, на фидерок. Вот. Побросать на дальний. Потому что крайний раз, когда я приезжал на боковой кивок, это было где-то 22 или может где-то между 20 и 25 числом апреля, то уже в камышиках очень часто проклевывал мелкий карасик такой. Ну, может, вы помните, там до полладошечки, с ладошку, то есть редко попадал. Вот. Ну, думаю, сегодня испытать на дальний. Ну, там же должен быть покрупнее уже карасик. Почему так? Я думаю, что мелочь сейчас она вся в камышах вместе с крупным. Ну, и, естественно, мелкого больше в камышах. И крупняк просто не успевает клевать, потому что мелочь его перебивает. Ну, а на глубине, я думаю, там должны солидные плавать. По идее. Надеюсь на то. Тем более, на середине здесь есть старый камыш. И местами есть, ну, такие клаптики травы, водорослей. Вот. Предыдущее видео, которое я заливал на YouTube, возможно, вы видели, возможно, не видели. Кто не видел, я ставлю ссылочку под видео. Там очень интересная статья про водоросля, в которых любит рыбка обитать, в которых она не любит обитать. На заметочку, я думаю, рыбаку в самый раз. Так, ну что, собираю фидерок, цепляю патерностер кормушечку и вперед. Thank you.
Оп, ляп, 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 оп. Ё-моё, блин, капец. Сорвался. Прям возле берега. Блин, такой хороший, ну. Вот такой лапоть. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой. Такой кабанчик хороший. Обидно. Обидно, очень обидно. Так, ну уже давай. Она небольшой карась. Ну ладно, подождем. Это не момент, когда надо подсекать. Не момент. А возможно, я и не прав, а может и момент. Ты же тоже не угадаешь. Ух ты, ёханый бабай! Вот это да! Ну, опять! Опять ушел. Только до камыша дотягиваю и... Ай, ну, скорее всего, из-за камыша это. Вот это да. Четвертый ушел. Thank you.
за нижнюю губу. Вот если за нижнюю губу, все, он ваш. Не сорвется. Это верхняя губа. Рыб всегда слабая. Так, метров на 18 до 20. Надо одну точку пристрелять, вот, и туда бросать. Ой, красотища. О, такой дождик. Маленький дождик, его даже не ощутимо, а на воде видно. Не жарко. Ветерок такой вроде успокоился, более-менее такой слегка поддувает. Да, прелесть для рыбака. Главное, чтобы рыбка клевала. Вот это самое главное. Рыбак ничего, и на солнце пожарится. И на дождику помочится. Не всегда рыбалка должна быть сладкой. Как оно кажется. Рыбалка, так сказать, она более морально ты отдыхаешь. Вот. Физически особо так и прям ты отдыхаешь, нет. Ну, это смотря, конечно, если, например, на машине приехать, ну, тут другое дело. Но если велосипедом, вот, еще километров, так сказать, 15-30, то тогда рыбалочка трудовая. Ну, так скажу вам, друзья. На велосипеде езжу, чтоб сильно там тяжело было. Нет, благодаря. Это, конечно, если бы я на Украине катался, то да. А так у меня шаг положено, скорость, вот, оно легко. Потихонечку, потихонечку. Вот, то хорошо, хорошо. Приятно. Свежим воздухом дышишь. Как вы знаете, для сердца тоже велосипед очень хорошо. Я когда в Венгрии был, вот, я был просто удивлен. Ну, я там работал. Машину можно было купить за одну зарплату. И еще за эту зарплату можно было месяц кушать. Ну, подержанную машину какую-то там, иномарочку дешевую. Вот, в рабочем состоянии. Но я заметил, что мадьяры, они как бы... У каждого машина, соответственно, есть, даже у нижнего уровня людей. Там как-то люди, вот, понимаете, у каждого машина есть, но и у каждого велосипеды. Они на работу, думаете, все на машинах? Нет, велосипедом. Опа, поклевочка. Поклевочка, поклевочка. Ну-ну-ну, выровняла, выровняла. Вроде сядет. Стараюсь помедленнее подтягивать, чтоб... Ух ты, так на дно тянет. Ого! Или не, или ого. Лапать, лапать. Лапать, лапать. Ё-моё. Держись, держись, держись. Тихо. Так, надо, чтобы он успокоился. И поднимаем его. Камыш, адство. Давай, давай, давай. Не, ну представляешь, камыш мешает. Надо было обломать его, а я его просто... Давай, 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 давай. Оце свиня. Оце свинюка. Ух ты, ты красавчик какой-то, а. Вот это у меня первый такой где-то ушел. Ох ты, свинюка. Кабанюка. Давай тебя от крючка освобожу. Хорошо ж. Тут лайк стопудово. Красопута. Красопеточка. Видите, даже какой-то шрам у него. Наверное, щука. Хапанула. Может, в детстве остался шрам. Так,
что-то так. О, о, подергало. Опять подергало. Или что-то небольшое, потому что подтянуть чуть-чуть. Бывает большое берет, вот карась, когда вот такой взял хороший лапой, как видели, хорошо дергал. А тут слабенько, слабенько. Опачки. Опа! Давай. Опля. Тоже кабанчик непоганий. О. Горбатий такий карась. Сильний ж такий. Аж в руках його. Аж в руках, блін, тяжело держати. А, з молочком. Да. Ну що, молочко. Бачите? Молочко ось. Самець. Да, самець. Молочко. Так, ну пока забросил, 5 минут точно брать не будет. Давайте пройдемся, глянем, может грибочки есть. Потому что и вчера был дождик. Вот и позавчера что-то моросило тоже. Что-то не видать. Не видать. А тут какие-то животные бегают на водопой. Даже видно. Тропиночку такую сделали. Может, лиса. Это вообще тут прикольно. Вообще красотища. Да, наверное, лиса бегает. Животные. Тропиночку себе сделали к берегу.
Не, грибочков не видать. Так, ладно, давайте идем обратно. Если бы они были, бы они сразу видны были. А так нету, еще рано. Да, чтоб дождик был побольше. Хорошенький, прошу. Ух ты, ёпа-мать. Клюй, быстрее, 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 быстрее. Вот так, 5 минут. Блин, вот тебе 5 минут. Прозябрылый, все. Все, прозябрылый. 5 минут. Вершинка прямо уже стоит. Да. Нема, все, отгрыз. Червяка. Вот. Больше с ладошку даже. Опа, давай. Ну уже. Что ж такое, а? Дёрг-дёрг и все. Это ты, зараза, мне там по кормушке бьешь, подлюка. Это мне ты клюешь там. А, вынырнула только что там. Наверное, кашу было, это самое, кормушку мою. Вот оно и дергало. То такі проныри вони ныряють и кашу б'ют рыбакам. Я уже не раз замечал. Дивись у мене, попадешся на крючок. Будеш потом орать. Вона вже кашу вибила оттуда, вона подивиться. Ай, посмотрим, що там з кашею. Не понял. Ні, карось там сидить. А я на птичку. Бочку гоню. Карась сидит. Капец. Подруга звиняй. Ошибся. Я думал, то ты мне там дергаешь. Но я знаю, что бывает и дергают они. Вот такой карасик. Ладошка полноценный.
сидит рыбак, а метром где-то 50 от меня. Кукушка его уже задолбала, он ее пужает, кричит. Она с него прикалывается, ай, капец. Ну, давай. Вроде бы что-то сидит. Сейчас опять заведет в камыш и кирдык. Ну, все, опять кормушка гасла. Да, камыш. Это ж надо так, а? Да, камыш. Ну, сейчас уйдет. Блин, представляешь? Как оно там закрутило на камыш, а? Вообще не понимаю. Это вообще капец. Это такого я еще не видел, блин. А, оно крючком получается. Ага, я понял. Крючок вонзился в камыш и одновременно в карася. Угу. Ну да. Так. Ха. Даже не знаю, как я ее вытащу. Блин. У меня есть запасной фидер. Ну, это сейчас, если я полезу туда, к этому камышу, можно попытаться камыш сам ниже карася накрутить на кончик фидера и попытаться сорвать камыш. Ну, карась хоть и небольшой, но... Эти сходы просто уже задолбали, честно говоря. Капец. Не знаю, вытащу или не вытащу, не знаю. Опля! Хе-хе! Сам помог мне распутать. Этот карасик сам помог распутать с камыша. Немного попустилось, и он так раз.
Ну да, друзья, он, видите, уже меньше начал брать. Карась. Уже ладошка. А крупняк или отошел. Погода изменилась. Вот. И крупняк резко куда-то ушел. И клев перестал. Так, друзья, ну что, давайте посмотрим, что поймали. Вот. А на этом будем завершать нашу рыбалочку. О, та тут на две сковородки, а то и на три хорошие кабанчики. О, та хорош, хватит нам рыбки. Мы даже сейчас и можем и сважить. Так, что у нас по количеству? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ровно десять. И 7 ушло. Ушло, оборвалось за камыш. Камыш мешал. Так, где мой кантер? Итого 2375. Друзья, 10 штук, почти 2,5 килограмма. Так что, друзья, неплохо, неплохо. Ну что, буду я сворачиваться. Вот, вещи сейчас соберу все до кучи. Фидер сверну вот, на велосипед и все, домой. Так что, друзья, спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, за просмотры. В рыбалке вам ни хвоста, ни чешуи. Все, всем пока.